Ну что же, и всем привет, ребята, с вами, как обычно, я, MyInspector. Сегодня будем играть в Blog Strike на ПК, но для начала я скажу предысторию. Недавно вышло обновление 7.6.2, точнее, просто небольшое дополнение, в нем ничего не добавили, скорее всего, баги просто пофиксили. Я захожу в файлы игры и нахожу Blog Strike версию на ПК. То есть, смотрите, тут даже геймплей какой-то другой, какие-то границы тут есть, стены, в общем... Я себя нашел, вот я, вот мой союзник. Ну и давайте будем начинать. Итак, у нас есть инвентарь наш, вот FAMAS и щит. Я так понял, это нам пригодится, я так понял, тут будет немножко сложно, так что давайте продвигаться. Союзник, неси инвентарь, давай в эту сторону. Дальше я буду ходить где-то так, ну давайте просто играть, потому что обновление, как по мне, неплохое. Как видите, тут даже локация какая-то другая, 100 метров, 500 метров. Вот видите, тут еще написано «подпишись», ну, я не знаю, на что это намек. Ну, давайте просто продолжать играть. Союзник, догоняй. Как по мне, игра неплохая, то есть, знаете, неплохое обновление, улучшило игру. Даже укрепление появилось, то есть раньше в Blog Strike не было укреплений, даже дверей не было, то есть их нельзя было открыть. Так, давайте. Что? Тут враг? Стой, ребята, отходим, 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 отходим. Так, смотрите, у него АВП есть, и у него есть укрепление. Я так понял, надо взять и вот так обойти его. Ну, я так даже не думаю, то что получится, но давайте попробуем. У нас есть FAMAS, так что давайте откроем инвентарь, вытащим FAMAS, и давайте я попробую его грохнуть. Как по мне, это будет слишком тяжело, но давайте, погнали. Давай, ту-ту. Так, он стреляет. Все, есть, все, уничтожил врага. Так, хорошо. Союзник, продвигайся, тут есть АВП для тебя, так что давай, ты просто заберешь его в инвентарь. Так, укрепление я сломать не смогу, потому что у меня нету никаких предметов для ломания предметов, у меня есть только щит. Ну, точнее, не предметов ломания, а ломания укреплений, стен. Так, у нас есть тут дверь и магазин Йоба. Что за магазин Йобы? Давайте зайдем. Верни керамбиты. Воу, воу, что это? Привет, юный игрок, меня зовут Йоба. Если ты нашел эту записку, значит, ты еще можешь спасти эту игру. В смысле, спасти. Жили все мирно, и вдруг босс решил захватить мир Blog Strike. Он украл у меня два керамбита, а остальные я смог спрятать. Магазин и под его властью, но он пока ничего здесь не обыскивал. Если бы он забрал все керамбиты, он бы смог получить всю власть над этим миром. Сейчас он не очень силен, и у него пока что только один наемник. Ну, походу, это тот наемник, которого мы грохнули. Но это окей, хорошо, мы справились с самой стартовой миссией, я так понял. Если ты сможешь прогнать босса, то не забывай. У него есть власть над вторым миром Blog Strike, что второй мир? Так что он может убежать, хорошо. Если ты сможешь... Так, подождите, это я уже прочитал. Я нахожусь в доме на возвышенности. Ага, это здесь получается где-то. Он пока здесь не был. Но не вздумай идти ко мне, ведь ты можешь рассекретить мое местоположение. То есть я могу его раскрыть, окей. Твоя цель – победить босса и забрать два керамбита. Надеюсь, с тобой кто-то будет, потому что в одиночку будет трудно. Но со мной есть союзник, и у меня есть, в принципе, все. Я так понял, этот магазин захватил босс, так что, я думаю, можно пройти сюда, потому что, походу, этот охранник, или кто это был, враг мой, мы его грохнули, точнее, союзник просто, скажем так, сохранял вещи, а я пропушил с FAMAS-ом, кстати, закинь его в инвентарь. Короче, это вся территория наша, я так понял, потому что тут никого нету. И давайте начинать. Союзник, ты, пожалуйста, прикрывай меня, я пока закрою дверь. Давайте я пройду. Дверь закрою. Так, что у нас сейчас будет? Я тут вижу ящик какой-то, давайте подойдем поближе и откроем ящик. Молот. Интересно, зачем? Давайте я вытащу молот. Так, союзник, у меня есть... Классная мысль, точнее не мысль, а просто я тебе молот закину и сам выйду отсюда. Так, у нас в инвентаре уже будет FAMAS, АВП, щит и молот. Зачем нам щит, я так и не понял. Типа, надо было от врага, скажем так, защищаться, чтобы мы быстрее пропушили или что. Ну короче, союзник, давай мы с тобой сейчас пройдем. Куда можно пройти? К Йобе нам нельзя идти, потому что мы можем его рассекретить. Получается, нам надо просто взять и пойти дальше. Так, тут у нас какие-то стены, ну, как их пробить, я не понимаю. А, стоп, 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 союзник, бери сразу оружие, я так понял, сейчас будет самое сложное, бери FAMAS. Я буду брать щит, ну, не щит, а, думаю, молот, как бы мне надо молотом сломать. Так, сейчас будем ломать молотом, просто берем, наводим и удаляем, отлично. Все,
Молот нам больше не нужен, я беру с собой сразу АВП. Конечно, как-то смотрит на меня, но это ладно. Так, союзник, ты с ФАМАСом, так что проходи первым. Тут босс, 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 босс. Быстрее, 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 быстрее. Сдавайся, придурок. Я не сдамся. Стоп, что? А куда он пропал? Союзник, ты знаешь, куда он пропал? Я так и не понял. Блин, а что делать? Я даже не понимаю, что тут делать надо. У нас есть стены, и что с ними делать? Давайте пройдем тут. Он как-то смог перепрыгнуть стены? Чего, блядь? Как он это сделал? Я немножко не понял. Так, инвентарь с нами. Может, к Йобе пойти, я ему могу сказать. Или, знаете, можно сделать здесь укрепление, то есть взять их перетащить молотом или чем-то другим. Хотя на карте вроде ничего нету, так что давайте продолжать. Что у нас здесь? Так, прочная дверь. Я так понял, нам тоже нужен молот, так что давайте я его возьму. Союзник, ты лучше прикрывай тыл. Может, тут кто-то есть, так что на всякий случай. В доме, я так понял, никого нету, потому что тут все затонировали, скажем так, стенами. Берем молот. Погнали. Так, АВП на всякий случай в инвентарь. Так, мне надо просто проломать дверь. Ну, в принципе, это и не сложно. Просто берем молот и ломаем дверь. Так, в принципе, это все. О! Папка Block Strike. Это что такое? Это мир, походу, какой-то. Зайти в игру. Rex, это экран. Что? Это что, продолжение Block Strike? Это секретная версия? Ладно, давайте откроем.